общем, не Анатолий Михайлович, а это Михаил, а я Анатолий. Гудаури, Грузия, полет на параплане, в общем, замечательный вид. Конечно, немножко как-то облачно, но лучше, чем дождь идет, как говорится. Миш, держи. Да, сейчас будем стартовать. Находимся, кстати, на 2300 метров над уровнем моря. А все-таки 2300? 2300 над уровнем моря. Да. Достаточно высоко здесь перевал. Простой перевал бывает. Миш, скажу бежать, побежали. Скажу идти пешком, быстро шагом. Идем пешком. Ну, ты слушай меня, не садись. Да. Пока не скажу. Если садиться, тогда садишься. Хорошо. Ты почувствуешь. Окей. Но раньше времени не садись. Иногда люди путают этот момент, когда нужно сесть, и когда нужно еще немножко как бы пробежаться. Хорошо. Сейчас мы ждем ветра, ветер подходит, и мы с тобой побежим. Еще раз проверочка. Раз, два, три, четыре, пять. Все хорошо. Мы ветра ждем. Мы ветра ждем. Дождик немножко так покапывает. Ничего страшного, там солнышко само было. Это хорошая погода, это неплохая погода. Вон там плохая погода, смотри впереди, видишь? Угу, да, вижу. Вот там вот нехорошая погода, там дождь тоже льет. Мы вот когда с твоей сестрой выбрали, мы прям видели дождь. Угу. Сейчас в Гран-Ми, а когда повыше появились, есть такое счастье.